Связист ТВ. Узнай новости первым. Жители 10 домов в поселке Ждановский вышли на улицу с требованием вернуть им горячую воду. Отключили газовые колонки и сидим, как в землянке. Не помыться, не побриться, не посуду помыть. Нет горячей воды. Сначала отключили газ. Дня через два дали нам, плиты подключили. А колонки нету, все закрыли и не подключают. Никому мы не нужны. И вот вызывали эти самые 5 этих каналов. Говорили очень хорошо. Народ выступали, все. И что толку? Подачу газа в водонагревательные колонки в этих домах отключили в ноябре прошлого года. Причина – старые неисправные дымоходы в домах. От угарного газа меньше чем за год в Ждановском погибло 4 человека. В декабре 16-го – семья из 3 человек. В марте 17-го – еще одна смерть. После этого колонки отключили. Связано это с безопасностью жителей. Так как в процессе эксплуатации домов есть ряд причин. Это первое – разрушение вентиляционных каналов просто из-за времени. Второе – это установка окон и дверей, которые с уплотнителями не пропускают воздух. Все это вкупе дало эффект прекращения работы вытяжки. И, соответственно, это угрожает, а так как используются колонки, это угрожает жизни и здоровью людей. Проблема жителей давно вышла за границы одного поселка. Решают ее не только на уровне района. Несколько совещаний уже прошло в областном министерстве. По словам руководителя домоуправляющей компании, все экспертные документы есть. Проекты и сметы тоже. По результатам этой экспертизы, чисто по нашему дому, нам требуется только ремонт оголовков на крыше. Я ходила туда тоже в ДУКР. Что они говорят? Все решается, ищем деньги, по срокам ничего. Цена вопроса составляет 29 миллионов рублей по всем ремонтным работам. И совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства сейчас изыскиваем эти средства. Мы в ближайшее время получим ответ по времени выделения средств и, соответственно, будем стараться как можно оперативнее выполнить эти работы. В сторону Нижегородского Кремля теперь смотрят и жители поселка. Глеб Сергеевич, пожалуйста, помогите. Я больной человек, вымыться никак нельзя. Вот пойду в ведро, а голова-то кружится, и все. Вообще плохо. Жительница поселка Ждановский Клавдия Алексеевна Лукоянова греет воду на плите по несколько раз в день вот уже 9-й месяц. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связист ТВ.